Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем с вами играть в симулятор автомобиля 2. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать свой очень крутой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в следующее видео. Ну что хочу сказать, сегодня очередной раз я решил обратиться к нашему любимому разработчику игры Симулятор Автомобиля 2 и спросить у него вопрос, какие еще тачки будут в новом обновлении. Потому что многие знают, что выйдет Toyota Supra, а какая-то еще Toyota должна выйти G85 или как, я не знаю точно. Ребята, можете поправить меня в комментариях. И что важно, ответил, я говорю, ну должна же быть третья тачка. И он ответил да, что третья тачка будет это Mini Cooper. Все знают эту английскую такую тачку, она уже есть в игре. Ее можно встретить по дорогам, даже если мы сейчас хорошенько, как бы, поищем ее, мы сможем ее найти прямо вот тут на дороге. Но пока что, как видите, ее я не могу найти, ее что-то нету. Но обычно она ездит по дорогам, ее просто изи найти, потому что эта тачка уже есть в игре, и ее должны добавить в новом обновлении как рабочую тачку для езды, потому что она в данный момент есть просто как катающаяся по городу машина NPC. Кстати, ее можно встретить очень часто, но почему-то сейчас ее не вижу. Это такой прикольный автомобиль, Mini Cooper называется, и им, в принципе, нет сложности добавить его уже в игру, потому что он уже есть. Он ездит по дорогам, он есть тут. Поэтому, ребята, я вам покажу сейчас именно эту тачку, поэтому обязательно, если вы тут впервые, поставьте свой лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментарии хотя бы что-нибудь. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ролики. Это очень важно, тем более ролик такой серьезный на такую тему, поэтому досматриваем обязательно до конца. И что хочу сказать, у этой тачки будет миллион модификаций, у нее будет полная различность вариаций тюнинга, у нее будет вот доступно, получается, спойлеры, по-моему, это она, нет, это не она, мы ее еще ищем. У нее будет большое количество спойлеров, большое количество раскрасок, большое количество, получается, выхлопов. У эту тачку можно будет тюнинговать очень круто. И самое, что хорошо, Mini Cooper, она будет очень мало жрать бензина, потому что у нее очень маленький двигатель, но она супер быстрая, она клевая. Но пока что что-то она мне не выпадает. Обычно она ездит прямо по дорогам. Вы, наверное, ее не раз видели. Поэтому, ребята, кто ее видел, обязательно пишите в комментариях то, что вы знаете, что эта тачка есть в игре. То, что я не обманываю, она есть, ее должны будут добавить. Получается, они добавят еще разноцветные раскраски. В скором времени появится в игре еще вдобавок и получается сигналка, как у полицейских, только на обычные машины. Потом получается всякие наклейки, винилы, раскраски. Вот этот Mini Cooper. И его добавят в игру, потому что эта тачка на самом деле очень быстрая. И давайте, на самом деле, если ее прокачать до максимального уровня, то она будет реально крутая. Я бы не сказал, что она прям супер симпатичная, но она для города, она очень классная. Вот давайте-ка взглянем на нее. Сейчас выйдем и посмотрим на нее, как она выглядит со стороны. Ну, в принципе, это нормальная тачка. Для разнообразия она очень хорошо. Я бы хотел бы увидеть в игре какие-нибудь гонки, связанные с ней. Она как бы малолитражка, маленькая, но она прикольная. Я думаю, уже в скором времени ее добавят. Как вы знаете, это английская тачка. Тут прямо она палится очень сильно, что это английская. У нее будет очень много расцветок. Вот эти диски у нее будут идти как завод. Но вскоре не добавят, получается. Ну, ты сможешь любой литье ставить. Потом заправлять она будет очень быстро. Также будет тонировка на все эти, получается, стекла. Но тачка, в принципе, она клевая. Малолитражка, да, двухместная. Но она клевая, она реально. Она может погоняться с этим Мерсом. По скорости она такая же. Ну, конечно, она маленькая. Я не знаю, как она сможет ли с Порше. Но мне кажется, она даже сможет потягаться. Если ее прокачать полностью, то она, в принципе, сможет. Потому что многие, наверное, знают, что во многих странах она используется как спортивная тачка. Даже есть игры старые отдельные, где чисто на мини-куперах катаются по Англии, по улицам там. Поэтому, кто знает эту игру, ставьте лайк, пишите в комментарии, как она называется. Потому что она есть обязательно. Я этого чувака обязательно лайкну, кто это напишет название этой игры. Вон Веста, вон, что это у нас, Гольф катается. А это вот у нас Мини Купер.
Вот такая вот прикольненькая тачка. Вот она. Мы, получается, осталось подождать, когда ее просто добавят уже вместе с этим новым обновлением. Я ее, в принципе, жду. Цена, как я понял, у нее будет 85 тысяч. То ли 85, то ли 95. Поэтому, как бы так, можете уже запасаться. Как бы я уже запас, тюнинг там на 1300 максимум будет стоить. Ну, с движком, всех технических характеристик, плюс-минус диски, все такое. Но я думаю, из нее можно прям очень клевую тачку сделать, красивую, прям по кайфу, чтобы она на дороге смотрелась клево и не по стрёмному как-то. Поэтому я буду ждать ее обязательно. Ну, кстати, по размерам она меньше, чем Мерс. Она, наверное, она будет самой первой, она будет, наверное, самой маленькой тачкой в игре, но я думаю, ничего страшного, потому что посмотрите, ну да, посмотрите, она очень маленькая рядом с Мерсом, но получается, там, где начинается капот, там заканчивается уже наш Мини Купер. Но, блин, тачка, в принципе, ну она прикольная, я не знаю, вот ее на самом деле не хватает реально в игре. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы ее добавили хотя просто для разнообразия, чисто в коллекцию, в гараж, то ставьте лайк на ставьте лайк на видос и пишите свои комментарии по поводу этого видео и по поводу этой идеи вообще, то, что они добавят. Как вы думаете, будут ли какие-нибудь миссии, связанные с ограблением, может, на мини-купере, или задание мафии, может быть, нужно будет ее угнать откуда-то из какого-нибудь порта, вдруг она, типа, приехала откуда. Они много чего могут придумать, поэтому будем только ждать и надеяться, что это будет. Блин, ну, я хочу эту тачку. Я хочу, чтобы ее добавили. Она реально клевая. Она реально клевая. Сейчас они врежутся, да? О-о-о. Вот это да. У нас тут целая банда собралась. И Гранту должны будут добавить. Потому что, ну, куда без Гранта? Гранту тоже должны добавить. Я вот очень жду этого момента. Так, они врежутся или разъедутся? Да ладно, они разъехались. Умные ребятки. Поэтому и Гранту нужно ждать, и Гранту тоже, и Мини Купера, думаю, тоже в скором времени появится. Поэтому, ребята, если вы думаете, что это так и будет, обязательно, если вы этого хотите, чтобы это было, поэтому поддержите меня лайком, чтобы видос увидело больше людей. Чем больше лайков, тем больше людей может увидеть видос. Это обязательно. Пишите море комментариев. Обязательно. Подписывайтесь на канал. Ставьте, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Это очень важно, потому что с помощью колокольчика вы не пропустите ни одного моего ролика. Вот просто ни одного. Это очень гадко. Важно, очень важно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, рассказывайте о этом видосе друзьям и добавляйтесь ко мне в друзья во ВКонтакте, потому что у меня появилась моя официальная страничка, на которую вы можете зайти, подписаться и добавить меня в друзья и спросить какой-нибудь любой вопрос у меня в личке во ВКонтакте. Она абсолютно открыта, и переписываться и общаться со мной может абсолютно каждый. Добавляю всех и отвечаю на сообщения, получается, всем. Вот такие вот, дорогие друзья, дела. Ну а на этом все. Если вы досмотрели до конца, обязательно пишите слово «фиолетовый мини-купер». Если вы написали это в комментарии, значит, я пойму, что вы досмотрели ролик до конца. И тогда вы, получается, самые топовые, и вы в следующий попадете в начало ролика. Все, кто будут писать комментарии о том, что я говорю в конце ролика, те будут попадать в начало нового ролика. Согласны? Согласны. А я случайно нажал на миссию. Ну давайте прокатимся и на этом закончим. Поэтому я надеюсь, вам как бы понравился этот ролик. Я не знаю, я случайно абсолютно нажал на эту гонку, но, блин, я думаю, сейчас я их порву прям изи. Они будут сейчас драться вот так, толкаться. Посмотрите, это искусственный интеллект, который вообще не соображает. Ой-ой-ой, он чуть не подрезал меня, но 63 АМГ, он просто летит, и все. Они сейчас будут врезаться куда-то в кусты. А я уже объехал их. Объехал, а они полетели куда-то. Ой-ой-ой, как же они далеко полетели. Вот это им, конечно, не повезло. А зачем я вообще зашел на эту миссию? Боже мой. Ладно, дорогие друзья, на этом видос заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите свой комментарий по поводу всего этого. Ну а с вами был Лищи, и всем до скорых встреч, дорогие друзья.